Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, меня зовут Королёв Егор. Я директор по развитию компании Finishing Group. И мы продолжаем нашу рубрику, которая называется «Что чем заменить?». Сегодня мы говорим о том, что есть категории людей, их очень много, и эти ребята работают пневмоинструментом. До недавнего времени у нас было достаточно большое количество пневмоинструмента. Это и DynaBraid, это и 3M. Это и Мирка, это и Феста. И мы совершенно спокойно этим инструментом работали. Хороший, качественный инструмент, разная ценовая категория. Кому что нравится, выбирал себе и, собственно, работал. Сейчас, в наше сложное время, все перечисленные бренды, они ушли с рынка, к сожалению. Надолго, ненадолго, ну, никто этого не знает. Мое мнение, все-таки надолго. Вот, поэтому нам нужно чем-то заменить эти инструменты, чтобы продолжать работать, не руками тереть, а с помощью механизации, да, определенной. Вот, поэтому я хочу вам представить бренд Steyr. Steyr выпускает линейку пневматических машин, прежде всего это шлифовальные машины. В некоторых из этих шлифовальных машинах вообще реализованы часть деталей, они, скажем так, европейского производства. Вот. Машины с опорой 150 мм, с опорой 125 мм для различных задач. У машин есть ход эксцентрика 2,5 мм, у машин есть ход эксцентрика 5 мм. И, кроме того, это еще ленточная машина для зачистки. Профессионалы меня поймут, для чего, что и к чему защищать. Ленточная машина есть. Ленты, абразивы к ней тоже есть. Вот. Одно из немаловажных преимуществ – это достаточно демократичная цена. Они, конечно, все имеют разную цену, но, скажем так, максимальная цена на сегодняшний день у них где-то около 10-11 тысяч рублей. От, скажем так, от 6 до 11 тысяч рублей в параметрах. Вот. Причем машины надежные, поскольку мы это все проверили. Практически все эти машины работают на различных индустриальных предприятиях и работают очень-очень подолгу. Ну, там скажу даже, что более года на таких сложных, тяжелых предприятиях, где фактически оператор не выпускает машину из рук. То есть очень долго работает. Вот. Машинки бывают без пылеотвода, бывает с пылеотводом. Мы в основном завозим с пылеотвода. Ну, без пылеотвода тоже есть. Вот, поэтому наличие гарантийной мастерской тоже есть. У нас есть мастерские, которые выполняют гарантийный, послегарантийный ремонт при необходимости. Поэтому это очень хороший вариант, чем можно заменить машины, которые я перечислил, которые были у нас на рынке, которые ушли с рынка. Да, это машины Феста, это машина Мирка, это машины 3M, это машины DynaBraid. К сожалению, ушли, еще раз подчеркиваю, к сожалению, но у нас есть чем работать. Поэтому предлагаю попробовать. У нас, кстати говоря, на наших электронных ресурсах огромное количество видео есть, где люди уже работают этими машинками, и вы можете посмотреть независимые отзывы о том, что они говорят после там, определенного времени уже работы этими машинами. Это все, что я вам хотел сказать. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. Мы и дальше будем стараться предложить вам хорошие, качественные инструменты для вашей работы по адекватной цене, чтобы вы ни в чем не испытывали жесткой такой нехватки, и чтобы вам мешало делать вашу работу и зарабатывать ваши деньги. До свидания.